Родители учащихся 88-й гимназии опасаются за жизнь своих детей. Пешеходный переход, к которому школьники заходят в учебное заведение, теперь еще и въезд на парковку для автовладельцев. Забор, который поставили вдоль дороги, не оставляет водителям других вариантов. Проблемой обеспокоился отец одной из учениц, Руслан Латышев. Он уже обращался в мэрию ГИБДД с просьбой решить проблему, но ответа так и не получил. Напомню, что штраф за движение по пешеходным дорожкам 2000 рублей, стоянка на зебре обойдется в 1500 и с задержанием автомобиля. Родители привозят детей, ну, чтобы для удобства их поближе к школе, заезжая через подзнаки пешеходные обозначенные, да, и прямо на пешеходной зоне машины оставляют свои, то есть с детьми не пройти, дети одни уже теряются, получается полоса препятствий своеобразная, чтобы человеку пройти к школе, да, уже неудобства большие. Мы направили официальные запросы в ГИБДД и Департамент транспорта с просьбой разобраться в ситуации и будем следить за развитием событий.